Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся здесь, в Мирос Авто, где проходит конкурс между девушками, которые профессионально танцуют на пилоне. И рядом со мной один из членов жюри, Ирина. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, сколько лет вы уже занимаетесь танцами и сколько лет танцуете на пилоне? Ну, я с раннего детства занималась спортивной акробатикой, я кандидат мастера спорта в спортивной акробатике. Ну и, соответственно, акробатика, она нужна, очень нужна на пилоне, поэтому пилон я уже занимаюсь 8-й год, преподаю и сама в свое время выступала на чемпионатах и на различных соревнованиях и по экзотик дэнс, и просто по спорту, по разным направлениям. Вы преподаете детям или взрослым? Я работаю с детьми и также со взрослыми. Детки у нас работают с 5 лет, категория kids, sports kids, ну и взрослые, соответственно, кому нужно похудеть, либо наоборот каких-то там вершин добиться. То есть с помощью пилона даже похудеть можно? Конечно, да. Особенно после девушки приходят, которые после родов худеют и приводят себя в форму. А с детьми сложно заниматься? Нет, это уникально. Это, наверное, самое лучшее занятие – это с детьми, правда. Легче, чем со взрослыми? Не легче, но лучше. Правда, потому что дети – это все-таки, ну, правда. Для меня это счастье какое-то, какой-то допинг в своем роде, правда. Дети. А им вот не страшно, они не боятся висеть? Дети вообще ничего не боятся. Это взрослые боятся всего, дети вообще не боятся ничего. Они готовы вот на все вершины вот просто лезть, что-то делать, готовы не слазить с этого пилона, лишь бы как там что-то научиться, попробовать, попрыгать. Ну, им, наверное, так предполагаю, легче, потому что вес меньше, да? Нужно же поднять свой вес, как я понимаю. Конечно, во-первых, легче вес свой поднимать, а во-вторых, у деток у них же мышцы более мягкие, соответственно, им все быстрее дается, и программа вся дается быстрее, чем взрослым. Ну и, соответственно, у них нет страха, это их не плюс. Где вы преподаете? Я в нескольких студиях преподаю. В Дмитрове, я сама с Дмитрова, в Дмитрове студия «Джуз», в клубах, в различных, хореографам, постановщикам, также по экзотик дэнс, в клубах везде, поэтому везде, где зовут, где везде беру любые часы. А вас приглашали уже ранее на подобные конкурсы в состав членов жюри? Нет, впервые. Волнуетесь? Да, очень. Я желаю вам удачи, желаю сделать сегодня правильный выбор, правильно оценить всех девушек и получить удовольствие от сегодняшнего вечера. Спасибо большое.